Жители одной местной деревеньки, испугавшись непонятного существа, начали его жестоко избивать. Этот шокирующий инцидент произошел в Бруне, Малайзия. Все началось с того, что несколько человек, идя по окрестностям близ их поселения, увидели какое-то животное, которое не было похоже ни на кого. Они настолько испугались, что принялись избивать это неведомое создание палками, думая, что перед ними инопланетянин. Оказалось, это всего лишь был малайский медведь. На этот момент он был сильно болен. В число его заболеваний входили кожная инфекция, легкая анемия и заражение клещом. После такого ужасающего события спасательные группы вместе с волонтерами пытались отыскать бедное животное целых 4 месяца. Теперь зверь слишком боялся людей, чтобы подпустить их близко к себе. Но после того, как спасатели покормили беднягу, он немного успокоился. Волонтеры активно взяли за лечение несчастного медведя, а ветеринары отметили, что он достаточно быстро идет на поправку. Если ничего не изменится, то уже совсем скоро животное сможет вернуться в привычную ему среду обитания. Вот так выглядят здоровые малайские медведи. Нужно отметить, что численность этих медведей неуклонно падает, а все из-за пагубного влияния человеческой деятельности. За последние десятилетия их популяция сократилась почти на 30%. Давайте беречь животных, ведь они чаще бывают человечнее нас, людей. Если вы любите животных, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео.